вы были на сцене. Елена, Виталий, приходите к нам еще обязательно. А разбавим мы столь прекрасную музыку немножко жестким творчеством и жесткой поэзией. Давайте немножко послушаем поэзии. На сцене флагман гражданской поэзии Павел Александрович Корещенко. Микрофон не то, что прикрепили к стойке, а прикрутили изолентой. Чё? Добрый вечер, дамы и господа. Разбавим прекрасную музыку, не менее прекрасной поэзии. Давно не брал я в руки шашки, не выступал без сопровождения. Поэтому прочту что-нибудь, подошло, нет музыкального сопровождения. Что-нибудь такое. Это снимается, да? Конечно. Да, в связи с последним законом об оскорблении власть имущих, каждый из вас после моего выступления получит по 2 года, а я 5. Тот, кто в России хоть сутки прожил и не скривился от боли, или мерзавец, или дебил, или и то, и другое. Царь собирает народ на войну в дикие дальние страны. Этот народ рукоплещет ему. Это, скажите, не странно? Бентли вельможа купил золотой, средства изъяв из налогов. Это не кража и не разбой, не целевые расходы. Из Гелендвагена вылез жандарм. Пузо в 4 обхвата, круглые сутки на страже добра, вот только чьего непонятно. Поп на молитву напялил часы за 1,5 миллиона. Божий подарок, и вера азы пастве вещает голодной. Бурным потоком текут из страны деньги в заморские банки. Следом бегут на чужбину умы, скатертью тропка не жалко. Речи цветистые, пышный парад, славься 9 мая! А старики у собеса стоят, жалкие крохи считая. Под бесноватое пение труб в сквере идет викторина, а на ведущем, ей-богу не вру, яркий костюм Буратино. Я прихуел от картины такой и восхищенно присвистнул. Ну вот, наконец-то, нашелся герой, что представляет отчизну. Скуку науки с пеленок отверг, азбуку где-то похерил. Мыслей в башке деревянный мизер, пляшет под дудку злодеев, что предлагают в России опять право вводить крепостное. То ли смеяться, то ли рыдать, то ли и то, и другое. Что за свобода? Зачем вам она? Нам не примером Европа. Вечно к нагайке готова спина у записного холопа. Голосу разума грустно, но факт. Эти создания глухие, только умеют лакать суррогат, гадить и ползать на брюхе. И рассуждать про победы отцов, будто к ним сами причастны. Толпы безмозглых, незрячих глупцов под руководством мерзавцев. Жизни без плети копейка цена. Это не наше, забудьте. Пиво, футбол, с толстой жопой жена и в телевизоре Путин. Не сосчитать супостатов окрест. Я же реальностью скован. Дня не прошло, как белили подъезд, глядь, он уже разрисован. В рыжих потеках блевот и стена, мусоропровод обоссан. В лифте красуется куча дерьма. Кто это сделал? Пиндосы? То, что ты ночью пугаешь детей воем похмельным и стоном, или по кухне гоняешь чертей происки 5-й колонны? Нехуй пенять на проруху судьбу, мол, неуютно и тесно. Думай, не думай, а свиньям в хлеву самое-самое место. Эй!
Эй, Буратино, потомки бревна! Люди, не люди, предметы, что заслужили, примите сполна и не скулите при этом. Впрочем, пожалуй, сам черт не поймет, кто в беспределе повинен. Власть охуевшая, глупый народ или и те, и другие. Спасибо. За плечами школьный бал, шарики и танцы. Чем ты думаешь, школяр, дальше заниматься? По уму, чтоб строить жизнь, раскрывай-ка уши. От смартфона оторвись и совет послушай. Воплощать потенциал, в общем-то, несложно. В лифте хуй нарисовал и уже художник. А не хочешь на мазню годы жизни тратить? В блоге написал херню и уже писатель. О судьбе своей народ ждет прогноз правдивый. Будь умнее, прояви инициативу. Заводи живой журнал, пользуясь моментом. Дважды верно угадал, прослывешь экспертом. Не беда, скурил букварь, выгнали из школы. Мир научный словно ларь, бездарями полон. Все знают, да, что Николай Валуев у нас доктор наук. Видите, как бывает, Мохаммед Али к 42 годам Паркинсона заработал, а тут человек доктором наук стал. Да. Химии сопромат нонче не в почете, а сумел освоить грант и уже ученый. Но пора вперед идти, чуять конъюнктуру. Ты азартен и лети, вылез на трибуну. Слышен в голосе металл. Граждане, внемлите! Быдло жестко наебал и уже политик. Ну а там бюджет пили, почивай на лаврах. Жизнь твоя, как ни крути, задалась не слабо. Но смотри, не оступись на пути на этом. Не бузи, всегда держись в рамках этикета. Толерантности закон заучи с пеленок. Назовешь говно говном и уже подонок. Царь вошел в колонный зал. Разминай суставы. Лбом до пола не достал и уже мерзавец. Рукоплещет, что есть сил, цвет дворцовой знати. Первым ручки опустил, стало быть, предатель. И тогда держись, малыш, Молох непреклонен. Быстро в Лондон не сбежишь, глядь, уже на зоне. Гордость лоха подвела, прочно в сети пойман. Ни карьеры, ни бабла, выпал из обоймы. Так не упусти свой шанс в бытия болоте. А иначе, как и шаг, сдохнешь на работе. Спасибо. Я оторвал. Вернее, не оторвал, а сложил. Да. Ну ладно, это была так разминочка. Вот. А теперь, значит, вот, собственно говоря, пошел экстремизм. На праздник главный для страны. По площади по красной среди ликующей толпы решил я прогуляться. Вообще я сборище не люблю, не для меня потеха. Но шествие, парад, салют, собрался и поехал. Ну, на площадь-то саму меня, понятно, не пустили. Кругом ОМОНовцы стоят, а все равно красиво. Сияет солнце, все цветет, кругом шары и ленты. Год целый с нетерпением ждешь такого вот момента. И окрыленный я шагал средь праздничного шума, но ветер рано увидал, что плакал возле ГУМа. Ты что, отец, чего ревешь? Не дело ты затеял. Сейчас тебя поздравит вождь с трибуны мавзолея. Чудак ты, дед. Гляди, парад. Веселье-то какое. А он мне указал на флаг, что реял над толпою. Гляди сюда, сынок, сказал от слез охрипшим глазом. Под этим флагом воевал подлец Андрейка Власов. Из-под него стрелял в меня солдат Руа, предатель. А вот теперь средь бела дня он главный на параде. Что мне ответить старику, чем успокоить нервы? Попробуй-ка ему втолкуй, что флаг всего лишь жертва. И вовсе он не виноват, что проклятый, презренный, 100 лет назад какой-то гад им прикрывал измену. Но взгляд героя слишком строг, осекся, растерялся. Довел я деда до метро и с прочими смешался. Но не пошел уже назад. Мне стало вдруг противно. Пришел домой, закрыл глаза, привиделась картина. Перед кремлевской стеной, под флагом триколором, стоит наш президент родной.
но почему-то в черном. Необъяснимое ничем он вызывает чувство. Видна повязка на плече, а на повязке буквы. В тумане, что навеян сном, не разобрать какие. Вначале вроде «Р» и «О», наверное, «Россия». Сверкают круглые очки, хотя я знаю, зрячий, неузнаваемый почти, в кармане руку прячет. И тянется к нему народ, любовно опьянело, а он внезапно достает блестящий парабеллум. Раздался выстрел. Я открыл глаза и понял сразу, шутиху кто-то запустил под окнами. Зараза. Включил рукой дрожащий свет, тревожно сердце ноет. Флаг, парабеллум, президент. Приснится ж такое. Спасибо. Продолжаем. Новость громыхнула, как снаряд. На экранах и в газетных строчках, будто бюст кровавого царя по весне вдруг начал мироточить. И теперь к нему и старый, и млад движут со всех ног от счастья плача. Что значит бред? Да нет, не бред, в умах разлад. Трезво мыслить дар, увы, утрачен. Средь набитых ватою голов, что собой привычно помыкают, почитать тиранов за богов — четкая формация сознания. Крепостным неведом здравый смысл, напрочь чужда логика холопам. Им веками вдалбливали мысль, что свобода хуже черной оспы. Цепи конура для них милей. И припав на правое колено, самых одиозных палачей в ранг святых возводят вдохновенно. Под одним уже качался трон, дерзко подчиненные роптали. Он тогда решил сменить богов, выжив иномыслие по капле. Выбрал наугад и сей же час кровью залил Припять и Почайну, чтобы упрочить собственную власть, в Днепр загонял людей мечами. Дальше параноик, психопат, приучивший люд к кострам и плахам, возгласил опричнина диктат, погрузил страну в пучину страха. Чтоб народ к безмолвию привык, чтобы даже глаз поднять не смели, бился целый выводок владык без гуманной лишней канители. Наконец надел корону тот, кто руководил до катастрофы, вел вперед на ощупь, словно крот, и привел к подножию Голгофы. Так чем же отличился государь, что сегодня новый стал иконой? Но разве что рабочих пострелял, да восстанье с дуру проворонил. А когда схватили за грудки, он отрекся жалко и трусливо. Краток разговор среди таких, и кровопролитие не диво. Всю семью в могилу затащил, но судить не будем слишком строго. Видно, чем-то все же заслужил звание почетное святого. Следом шел картавый полубог, погрузивший Русь в волну террора. Воспаленный мозг ему помог за собой оставить трупов горы. Разрушение, голод, плач и вой пролетарским называл успехом. После смерти мигом из него чучело набили для потехи. Дальше сухорукий и рябой гений власти изгалялся в средствах. Трижды при правлении таком буйно расцветало людоедство. И каким аршином не измерь, от таких к владыкам иллюстраций у любого, кто в своем уме, волосы тотчас зашевелятся. Только не у нас. Один ответ. Дудки, мы великая держава! К свету нас вели, сомнений нет. Сухорукий, грозный и кровавый. Святый царь, и кто в него стрелял, и мертвец под сводом мавзолея. Так с экрана диктор нам сказал, а зря ж не скажут, сверху им виднее. Тот, кто правил своего, достиг, да еще с двойной, тройной лихвою. Испокон веков простой мужик не силен работать головою. Что нам видеть, слышать, пить и есть, пусть решает вездесущий штурман. Барин, царь, ЦК, КПСС, лишь бы только самому не думать. И к тирану
Дураки, как встарь, тянутся ручонками любовно. Президент, так это тот же царь, только что зовется по-другому. Так пусть он вечно будет нам главой, пастырем для нубханцев кротких. Так, блядь, канонизируйте его и воткните в церкви посередке, заменив привычного Христа. Курлицкое наглухо отшибло. Человек отличен от скота тем, что сам способен сделать выбор. Только знайте, этой весной, следующий в давлении механизмах, царь не плачет. Он течет слюной в предвкушении нового фашизма. Спасибо. Еще одно крамольное произведение, за которое меня сожрали в интернете в свое время. Все знают, да, есть такой поэт Михаил Светлов. Но это вот перевертыш его песни. Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Вообще-то крестьян мне, конечно, насрать. И дело не в том, что люблю убивать, но в моем мухосранске работы нема. А если и мат, то совсем задарма. На вечные веки закрылся завод, в колхозе загнулся некормленный скот, цвет мед растащили лет 20 назад. Ни света, ни газа, разруха и смрад. Гроши мужики гоношат на пропой, а бабы на трассе торгуют собой. Те вечером дружно уходят в разнос, кого стекломой на погост не унес. Хлебают отраву при свете лучин, и яблочко песню горланят в ночи. Картина не сахар, куда ни взгляни, как черви ползут беспросветные дни. Тюрьма и могила — венец перспектив, и яблочко песни — паршивый мотив. Но кто-то однажды по пьянке сказал, что лидер на днях по ТВ выступал. Солдаты в Гренаде нужны позарез, за морем у Родины свой интерес. Там власть захватил беспредельщик бандит, к тому же исправно готовы платить. Гренадский крестьянин — такой уж расклад, нам нынче и друг, и товарищ, и брат. Маяк загорелся в тоннеле. Ура! И в военкомат я приплелся с утра. Ведь я ж патриот, и до одури рад поставить автограф на свежий контракт. Побрили, помыли, одели, и вот посадили меня в самолет. Прощайте, родные, срамные края. Гренада, Гренада, Гренада моя. Я гордо иду по земле, по чужой. Я ваш избавитель, спаситель, герой. Практически бог. Не страшны мне бои, свои те, что здесь, те, что там, не свои. И лишь одного не могу я понять, за что ненавидят крестьяне меня. Таращатся злобно из окон халуп и морщатся, словно бы я душегуб. Ведь я ж за свободу, за совесть, за честь, за братство народов бесчинствую здесь. За правду святую в далекой стране лежать не оставлю бревна на бревне. Скажите, крестьяне, в чем я виноват? Я честно служу за хороший оклад. Мой лидер без устали хвалит меня. Гренада, Гренада, Гренада моя. Но как-то однажды отрядом своим в деревне какой-то зачистку вели. Крестьянская пуля настигла меня. Лишь мертвые губы шепнули: «Грена!» То рявкнул Всевышний берданки стволом. Пробитое тело на землю сползло. Хрен с ним. Решили втихую на месте зарыть, чтоб цинк лишний раз в Мухосранск не возить. К тому же в Гренаде, как власти твердят, не видели отроду наших солдат. Мы яблочко песню споем до конца. Где бойня стоит, там найдется овца. Не надо, ребята, вздыхать и тужить. И новые песни придумает жизнь. Прошу прощения, больше года я вещей не читал, поэтому... Ну и ладно, будем заканчивать потихоньку. Всем известен термин «солнечные дети». Я когда это читал, стихотворение, многие подходили и предполагали, что это термин из области философии, мистики, но это немножко из другой области термин. То есть люди гордились, говорили «да, да, да». Но я с ними соглашался, в общем-то. В
девятом царстве утро наступает, свет на землю льется без конца и края, радостной улыбкой день грядущий встретят, услыхав будильник солнечные дети. Вымоют мордашки, выгладят рубашки, скушают на завтрак молочко и кашку, и гурьбою шумной движут в детский садик, где за них за малых все решают дяди. Дяди составляют для детей диету, чтоб не растолстели, чтобы по бюджету, как постричь шальные кудри на макушке и играть в какие следуют игрушки. Дяди сочиняют игры ролевые, чтоб бесценный опыт дети получили, не тонули в лени, праздности трясине, ничего приятнее нету, чем рутина. Чтоб на выбор роли детских сил не тратить, их распределяет добрый воспитатель. Аллочка на сцену, Маша за прилавок, а нести дорожки нынче будет Славик. В офисы Горяша, за баранку Вася, а Наташа с Катей пусть стоят на трассе. Остальным сегодня предстоит зарниться, воевать наука в жизни пригодится. А в обед приходит дедушка-священник, проповедь читает им проникновенно. Мол, они святые, избранные Богом, и идти особой нужной им дорогой. Ой, закапал дождик с неба аномальный, в октябре и тучки, это ненормально. А зима наступит, снег пойдет не кстати, разъясняют детям неразумным дяди. И в жару, и в холод, при любой погоде, время незаметно за игрой проходит. Вот уже и месяц звездами стучится, по домам детишкам надо расходиться. Дома телевизор полон баек сладких, по экрану скачут белые лошадки. Вместо старых кукол Хрюши и Степаши дядя Вова на ночь сказочку расскажет. Про Кощея злого, черного снаружи, мы его не любим, больше с ним не дружим. И про бабку-ёшку, что живет в Европе, где плохие дяди скачут с голой попой. И про то, как нагло гнут свои законы тролли, что засели в замке Пентагоне. И про людоеда, жуткого страшилу из земель восточных, звать его ИГИЛом. Но не бойтесь, дети, и не прячьте глазки, радует развязка, ведь на то и сказка. Дядя Вова добрый защитит, укроет, и руками горе разведет любое, пригрозит Кощею, поругает Ёшку, чудище с востока победит бомбежкой, сильный и отважный, за весь мир в ответе. Любят дядю Вову солнечные дети. Время спать ложится, на часах 12, чтобы сил для игр завтрашних набраться. Освещает месяц детские кроватки. Баю-бай, детишки, все кругом в порядке. Огромное спасибо. Но мы понимаем, что стих правильно устает, потому что черного Кощея у нас уже нет. У нас есть рыжий Кощей. И мы никак не определимся, дружим мы с ним или не дружим. Вот, ладно, все, огромное спасибо, с вами был Павел Карачев. Господа, два рекламных объявления. Сегодня в 22:30 на радио «Говорит Москва» мы будем выступать, говорить там. Мы будем полным коллективом с Алиной, с Сашкой. Вот, и 18 мая Glastonbury Pub, малый зал, мы будем презентовать новый альбом «Призраки». Там будет интересно, там будет клей-завод, там будет ник-рок-н-ролл, Жанна Агнесян. Будет крутой концерт, вход халява, ждем всех, приходите. Все, огромное!